Мари Вартман и Арон Ван Клиф опередили их где-то на 2,5 балла. А у нас сейчас на льду пара из Италии. Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. 14 место после короткой программы они занимают. Кстати, партнер, он очень хорошо проявил себя в соревнованиях на роликовых коньках. Ну, что значит хорошо? Он был чемпионом мира на роликовых коньках, выступая на роликовых коньках. Это, конечно, прекрасное достижение. Но вот на обычных коньках таких результатов пока в его активе не наблюдается. Это их первый чемпионат мира. Партнер успешно выступал на роликовых коньках. А Делла Моника раньше с переменным успехом выступала с другим партнером, с Яником Кокконом. Шопена. И вот такой сбой, неприятный сбой при исполнении каскада из тройного сальховой двойного тулупа. Но тут этот элемент можно считать потерянным. Тройной сальхов с ошибкой. Коснулась партнерша рукой льда.